И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик по нашей всеми любимой игре Танки Онлайн. И сегодня темой нашего разговора будет, какие же скидочки будут у нас на День Танкиста. По этому поводу много людей мне писало, много подписчиков мне вообще говорило, чтобы я записал ролик именно таки на данную тему, так как думают, что я знаю информации намного больше, чем знает какой-то другой человечек, поэтому я записываю данный ролик и думаю, что он вам обязательно понравится, поэтому обязательно прямо сейчас остановите ролик и прожмите лайкосик ему. Ну а начнем мы, конечно же, с того, что же у нас будет. Первое, что хотелось бы выделить, это, конечно же, у нас будет уникальное оформление, которое у нас всегда есть в игре, всегда оно у нас появляется, меняются у нас раскраски флажков, меняются у нас билборды, которые становятся с надписью «День танкиста». Также у нас добавляется уникальное оформление именно таких флагов. Всегда оно у нас было, и в этот раз оно, конечно же, у нас так же само будет. Что касаемо, ребят, скидочек, то скидки в магазине у нас тоже будут. Скидочки в магазине будут у нас до 50%. Возможно, начальная сумма процента скидки будет около 20%. Но точно я уверен, что скидка будет до 50% в магазине. И, конечно же, спецпредложения у нас тоже будет. Я думаю, что выйдет у нас два спецпредложения. Одно будет стоить около 400 рублей, а второе у нас будет стоить около 1500. В принципе, в последние все праздники именно вот так у нас дело все это и проходит. Ух, что-то такая потненькая каточка у нас тут, я смотрю, намечается. Придется тут немножко попотеть, чтобы ее выиграть. Ну а что касается скидок, в гараже, хотел бы выделить, конечно же, скидочки, которые у нас будут на корпуса, пушки, краски, также дроны. На дроны, я думаю, что в этот раз все-таки должны сделать скидки. Что касаемо процента, то это, безусловно, 50%, так как только лучше данного праздника у нас в игре может быть праздник Нового года, всегда на который тоже у нас проходят скидочки в виде 50%. Поэтому я думаю, что этот праздник точно не исключение, и здесь у нас скидка тоже составит 50% на все данное вооружение. Это у нас и пушки, это у нас и корпуса, это у нас и краски, это у нас модули, про которые я, кстати, забыл сказать, и, конечно же, дрон. Хоть и стоимость дронов у нас не такая большая, 20 всего лишь тысяч, но я думаю, что на них тоже скидочка у нас будет. Что касаемо скидок на микропрокачки, то скидки на микропрокачки, я думаю, что будут также максимальные, 50% на установку шага, то есть на именно его прокачку, и на ускорение будет скидка 70%. Это максимальное, что у нас было когда-либо в игре, хотя один раз, я помню, даже может не один раз, а два раза, где-то 2-3 года назад, была скидка у нас 50-80, 50 на поставку шага и 80% на его ускорение. Но сейчас таких скидок уже никто у нас давно не делает, поэтому я думаю, что именно процентное соотношение будет 50 на 70. Поэтому как-то так. Что у нас дальше? Дальше у нас будет, ребят, двойные фонды вне пробитвах. При этом всем деле также у нас будут X5 голды, которые у нас были довольно-таки недавно. Я думаю, что в этот безумный и нагибаторский праздник у нас также будут X2 фонды вне пробитвах и X5 голды. Так, что у нас дальше? Что я еще не сказал? Вроде бы по скидкам в гараже у нас все. Спецпредложение я сказал. Про магазин скидочки я тоже сказал. Ну и что хотелось бы еще выделить? Я думаю, что будет определенный ивент дополнительный, который у нас
был довольно-таки недавно, под конец лета, который у нас назывался «Звездные недели». Я думаю, что что-то подобного рода тоже обязательно у нас будет на этой неделе, вернее, ролик у нас записывают 3 сентября, на следующей неделе, то есть с понедельника. Это у нас получается какое число? Какое число у нас с понедельника начинается? 10 число. Ну, хотя с 10, наверное, таки нет. Давайте не будем делать таких весомых именно таких вызовов, я бы так сказал. Я думаю, что именно-таки звездная неделя уже начнется на выходных, либо они пройдут именно четко по выходным, и чуть-чуть, может, какое-то время добавится, может, нет, я не знаю точно, но я думаю, что что-то такого рода точно у нас будет в игре, что-то касаемо звездной недели, когда надо будет зарабатывать звезды и получать за это контейнеры, точно у нас будет. Так как это очень-таки веселая тема, и в последнее время она очень-таки понравилась многим игрокам, и не только игрокам, но и ютуберам, которые постоянно тоже у нас стримят и снимают ролики по данной игре. Ну и в принципе, это все, что я бы хотел бы сказать, что касаемо Дня танкиста. Вроде бы я ничего не забыл. Если я вдруг, ребят, что-то забыл, то обязательно отпишите в комментарии, о чем я не рассказал. Дополню мысль тогда уже где-нибудь в письменном виде. Ну и, конечно же, ребят, в комментарии пишите, как вы думаете, по вашему мнению, какие у нас скидки будут в игре, какие скидки будут. Будут ли у нас, ребят, X2 фанды, X5 голды, согласны ли вы с моей точкой зрения? Думаете, что будет именно так, или же будет как-то иначе? Если думаете, что будет как-то иначе, то обязательно напишите. Все ваши комментарии я читаю, и напишите, как думаете именно вы, какая будет скидка, какие у нас будут именно праздники в игре на День танкиста. Возможно, время Дня танкиста, именно празднование, немножко отложится из-за того, что у нас будут 8 сентября, если не ошибаюсь, будут у нас танки в Краснодаре. Поэтому, возможно, празднование именно этого праздника немножко сдвинется, и оно будет чуть-чуть позже. Ну, а в принципе, я думаю, что было бы целесообразным уделить именно целую неделю на празднование именно-таки данного праздника Дня танкиста. Что касаемо данного боя, то у нас осталось 2,5 минуты. Проигрываем мы на мостах в режиме CTF 2-1. Я стою, вот как видите, с флагом. И надеюсь, что наши ребята сейчас постараются вернуть как-нибудь флажок. Не знаю, у них это получится или нет. Но мне хотелось бы хотя бы сравнять счет на данной катке. Возможно, стоит мне сейчас отдать флаг. Давайте я отдам парнише флажочек. Я надеюсь, что он возьмет. Хотя он поехал вперед. Ну ладно, кто-нибудь его точно возьмет. Вот уже парень у нас взял. Нет, 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 в минус не падай, хорошо. Ну и попытаемся сейчас вернуть флажочек. Ну и в конце, ребят, данного ролика тоже откроем для аппетиту парочку контейнеров. Думаю, штучек 5 я открою обязательно. И посмотрим, что у нас нам выпадет именно таки с них. Давайте, давайте. Надо было возвращать, но не получилось. Давай, 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 парниша, парниша. Изи каточка, возврат, 2-2. Делаем 2-2 и увозим следующий. Увозим сразу следующий. Надо камбэчить, пока я тут балаболил. Мы уже тут проигрываем, проигрываем, а надо вытягивать данный боечек. Так, давай, 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 фокус, 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 фокус. Фокус, фокус, фокус. И надо было бы куда-то убежать, но не получилось, не получилось у меня ничего сейчас сделать. Это, конечно, печально, печально. 1,5 минуты у нас до конца боя. Я хотел бы, конечно же, увести как минимум еще один флажочек, но я думаю, что лучше я-то постою в дефе, а мои ребята пойдут поатакуют. Не буду я рисковать, постою где-нибудь здесь, попринимаю игроков, которые захотят сейчас увести флажок. Все-таки последняя минута, возможно, сейчас они пойдут рисковать. Вот уже какой-то викатинец едет. Сейчас попробуем его быстренько отбить, отдефаем его. Возможно, еще кто-нибудь сейчас к нам залетит. Но наши ребята там пытаются увести, я думаю, что у них есть неплохие шансы. Ну, у меня пока все тихо, спокойно. Вот право, два танка вижу, что начинают уже ехать. Надеюсь, что я их успею заблокировать. Парень у нас теряет флажочек. Кто-то подбирает. Они будут сейчас пытаться возвращать именно такие. Два корпуса заходят. И. Давай, 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 парниша, ставим, ставим. Ой, красавцы, ну лучшие, 15 секунд до конца. Еще и катку выигрываем, вообще молодцы. Красавцы,
Даже поблагодарю ребят за бой. Спасибо за бой. Вы красавцы. Красавцы. Нифига себе! Что? А, ну ладно. Не в этом суть. Так что вот такой вот у нас, ребят, ролик получился. Если он вам понравился, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну и, конечно же, переходим сейчас к открытию наших контейнеров. Как я уже обещал, 5 штучек мы сегодня откроем для аппетита. Возможно, с этих 5 контейнеров нам что-то годное выпадет. 3500 кристаллов. 10 тысяч кристаллов. Давайте, может, следующий 100 тысяч кристаллов. Краска Атом. Ничего себе. 3. Четвертый у нас двойная защита. И пятый. Ускорение. Вот такое вот у нас открытие. Ну и на этом мы будем, ребят, заканчивать. Как я уже сказал, если вам понравился данный ролик, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы вдруг еще не подписаны. Также, ребят, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новый ролик или стримчик, который у нас проходит каждый день. Ну и, конечно, выполняйте, ребят, условия масштабного конкурса. Ссылочку на него я тоже оставлю в описании. Ну а на этом все. Спасибо, ребят, что смотрели. Всем удачи и всем пока.